Всем внезапный глебовский привет, ребята! Да-да, в это прохладное, но не лишенное оптимизма осеннее утро в рамках инфакта на страницах stopgame.ru вас приветствует не Даур и даже не Максим, а Глеб, тот самый, что Мещеряков. А это значит что? Да ничего особенного это не значит, просто другой голос поведает вам сейчас самые занятные игровые новости отгремевшего дня. И памятуя о принятых моими коллегами стандартах, повелевающих мне обозначить какой-нибудь праздник, доверенный 14 октября, скажу, что сегодня отмечается Всемирный день этих самых стандартов. Вот такой вот инсепшн. А теперь перейдем к делу. Элисон Роуд, в окровавленном лице которой поклонники мертворожденной Silent Hills видят свое спасение, обрела издателя. Именно по этой причине компания по сбору средств, затеянная разработчиками из Lilith Limited на Kickstarter, была не так давно отменена. Героическим спасителем, занесшим ужастику пару мешков баблица на развитие, оказалась компания Team 17. Да, та самая, подарившая миру серию Worms. Так что порадуемся за всех участников этой сделки и будем рассчитывать на кроссовер. Первая кровь. Ну, чокнутый. И если тандем Лилит и Team 17, а также ориентировочный бюджет Элисон Роуд можно назвать по сегодняшним меркам предельно скромными, то Star Citizen и ее родители из Cloud Imperium Games охотно пребывают на другой стороне денежных качелей. Стороне из чистого золота, обмазанной миллионами народных просто долларов. Кстати, число поддержавших игру также перешло в семизначную форму, а удобная инфографика на официальном сайте, которая настолько наглядна, что кажется, будто ради нее все и затевалось, дает нам понять, что в среднем звездные горожане скинулись по 92 бакса. Короче, еще немного, и Крис Робертс сможет сделать настоящий звездолет, чтобы умчаться на нем к какому-нибудь поясу Ориона, дабы скрыться от участников всего этого спорного эксперимента в случае провала. А провал, как вы уже наверняка слышали, не исключен. Ходят слухи, мол, основная часть средств уже давно растрынькана, а довести дело до ума не представляется возможным. Так что, как вариант, на звездолет отдельно придется собирать. Ну да поговорим уже наконец-то о геймплее. 14 с лишним минут онова из игры Rise of the Tomb Raider призваны убедить поклонников серии в том, что новая часть ни в коем случае не обойдется без гробниц, старинных артефактов, ловушек и хитрых механизмов. В общем, всего того классического, чего многим не хватало в Tomb Raider образца 2013 года. Стоит отметить, усыпальницы будут обязательными и необязательными. Первые не станут слишком рьяно ломать мозг игрока и тело Лары Крофт, а вот вторые подойдут для хардкорщиков, олдскульщиков и всяких таких классных ребят. Награда за преодоление сложных испытаний, по словам руководителя Crystal Dynamics Рича Брикса, окажется весомой и щедрой и не ограничится картами сокровищ, как в прошлой Tomb Raider. Будем надеяться, все эти приятные известия подстегнут Даура в процессе изготовления очередной части истории серии. Кстати, вы не узнавали, когда уже она появится? А вот еще вопрос. Помните Firewatch? Независимый проект, выделяющийся, во-первых, интересным сочетанием пасторальной картинки и достаточно напряженной атмосферы, а во-вторых, богатым списком создателей, в котором нашлось местечко для людей, поработавших над такими играми, как The Walking Dead, Brutal Legend, Bioshock 2 и Mark of the Ninja. Так вот, для Firewatch объявлена дата релиза. Уже 9 февраля 2016 года мы сможем вжиться в роль паркового смотрителя Генри, оставшегося в глуши в компании женского голоса, доносящегося из рации, и чувства паранойи, порожденного таинственным незнакомцем, шастающим по округе. Существует ошибочное мнение в отношении Need for Speed, будто по-настоящему хороши те ее части, в которых была клевая кастомизация, живые актеры и широкий ассортимент разнообразных испытаний. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле одной из главных составляющих успеха является музыкальная подборка, услаждающая уши уличного гонщика.
Ведь если бы не рун-дун-дун, дум-дурум-дурурум, где был бы этот ваш андерграунд? Короче, с музычкой надо угодить и в новой игре. И Electronic Arts вроде постаралась. Создатели выкатили на суд общественности полный список композиций, всего их, кстати, 64, в котором есть за что зацепиться глазу и уху любителей электроники, рока и рэпа. Лично мой, уже немного замутненный временем глаз, зацепился за Prodigy, Chemical Brothers и Silver Sun Pickups, что уже гарантирует моему уху как минимум 10 минут неплохого времяпрепровождения. А это уже больше, чем смогли предложить сообща все Need for Speed'ы прошедшей пятилетки. Прогресс, однако. И на этом у меня все, товарищи. Приятно было вам говорить, даже если мой голос, доносящийся из планшета, отскакивал от кафельных плиток, пока вы в ванной чистили зубы. Или еще чего хуже. В общем, с добрым утром! Заходите почаще на stopgame.ru, у нас много интересного. И это, не судите строго, я ж первый раз, пацаны.